Доброго всім ранку! Відомо, що парасолька була винайдена не від дощу, а від сонця. Але мало хто здогадається використовувати парасольку як світильник. Доброго ранку, Аліночка! Доброе утро! Ну що, я бачу поломаний зонт, так? Да, я знайшла старий зонтик, він повністю сломаний. Нам нужен всего лишь половинка зонта, мы оторвали еще две спицы. И сегодня его будем фигурировать так, чтобы получился светильник. У нас уже нанизаны на специальную леску кристаллики. Мы будем фиксировать каждый кристаллик каждой спицы, чтобы это было, напоминало нам вот паутинку. Зафиксировали нашу ниточку. Ниточку я использовала специально, чтобы она не загорелась, потому что будем проводить проводку в этот зонтик. И лучше использовать металлическую леску, чем акриловую. Вот первое готовое. Так мы будем следовать все. Сначала у нас черный цвет будет идти, потом его декорируем серым цветом и белым. Вешать надо кристаллы, чтобы они были с провисанием, чтобы это напоминало реальную паутину. Но так как это кристаллы, идет большая игра света и тени. Причем это градация цветов от черного через серый к белому. И вот мы задекорировали нашу лампу черным, серым и белым цветом. Теперь надо провести просто проводку сюда и вкрутить лампочку, и наша люстра будет готова. Прикрепить это надо где-то на этом уровне. Звичайным скотчем? Да, скотч просто в этой ситуации не нагревается, потому что свет не попадает на него, свет идет, проецируется вверх. Отрезаем скотч. А чего у нас такая половина зонта? Потому что мы его будем вешать на стену. Последний штрих. Вкручиваем лампочку. Ну что, вмыкаем? Да. Готово, горит. Боже, как гарно оно светится. Вот оно будет переливаться. Я доказала, что это может быть прекрасный арт-объект. А если сделать полный зонт, то это может быть люстра. Да. Только надо продумать, как это закрепить. Дякую, Ліночко, за таку цікаву ідею. Да, пожалуйста, приходите ще. Виявляється, парасолька може бути не лише від сонця чи від дощу, а й прекрасним предметом інтер'єру. Тож творіть власними руками.